Добрый день, дорогие друзья! Сегодня 13 апреля. Прошло полторы недели с того момента, как я снимала последнее видео об уходе за пионами. Посмотрите, как они выросли. Друзья, я остановилась на том, что хотела засыпать пионы мульчи. Я пока этого так и не сделала. Вот как раз сейчас я это буду делать. У меня мульчи мелкой фракции. Вон стоят мешки. У меня кора лиственницы. Вот. И, как вы видите, я хочу сначала цветы свои подкормить. У меня буйское удобрение Ому для цветов. Я сейчас по одному пакетику рассыплю. Приблизительно получится здесь у меня по одному пакету килограммовому на 6 кустов. Я сейчас засыплю двумя траншейками с одной стороны и с другой стороны и замульчирую все тяпочкой. Ну вот, друзья, пионы я засыпала мульчой лиственницы. Слой небольшой, вот, но я думаю, что, может быть, пройдут дожди, осядет, я потом подсыплю. Эту грядочку засыпала и вот ту. И, как и говорила, немного высыпала на ремонтантную малину. Вот. Так что, друзья, на этом пока у меня уход за пионами заканчивается. Теперь надо им дать возможности спокойненько расти. Я их удобрила. Вот. Ну и теперь, наверное, в следующий раз буду удобрять, когда у них уже покажется, завяжутся бутончики. Спасибо, что посмотрели. Всем красивых цветов, хороших урожаев.